Шединг. С этим словцом, которое не очень-то в ходу, в утреннем эфире познакомила русскоговорящую аудиторию «Экспресс Радио Орел». Мы вспоминаем об этом, чтобы вслед за радищиками порекомендовать группу книголюбов в социальной сети ВКонтакте. В ее названии и употребляется заимствование из английского. Шединг — это от слова «делиться». А группа создана для обмена литературой. Публикуешь список книг, которые готов дать почитать, и, если кто откликнулся, договариваешься о встрече и сроке, и о прочих подробностях. Внимание, уже доступны. На сегодняшний день участники сообщества готовы предложить друг другу разные книги, например, вот «Как объехать весь мир на одну зарплату», «Номер один» Манна, «Память не изменяет», «Белую книгу», «Магию чисел», «Бизнес-хак на каждый день», ну, разные жанры, разные направления.